отдаю себе отчет в том, что мы не сделаем много работы именно руками собственников жилых помещений, нежилых помещений, работников предприятий, а в качестве воспитательного процесса тот, кто убирается, уже сам в таком объеме не будет. Будем уделять внимание на ликвидацию нестационарных свалок, которые остались с прошлого года. Появились в течение зимы, 25 свалок всего мы сейчас насчитываем. Я убежден в том, что в ходе объездов по уборке территории мы, наверное, обнаружим какие-то еще дополнительные навалы мусора, потому что есть нерадивые водители, которые вываливают мусор в окрестностях города Казани, в пустырях, и будем заниматься ликвидацией этих свалок. Ну а весь остальной объем работы понятен, это покрасить ограждение безопасности, подвести дороги, причесать газоны, покрасить урны, отремонтировать остановки и так далее. Проект «Цветущая Казань» он направлен на украшение нашего города. Если вы вспомните прошлогодний летний период, то в городе появилось очень много новых цветников, появились многолетние цветники, появились какие-то кашпо на ограждениях, на опорах. И в рамках проекта «Цветущая Казань» мы попытаемся и хотим привлечь прежде всего собственников, арендаторов нежилых помещений, расположенных на центральных магистралях улиц нашего города. Конечно же, за счет бюджетных средств мы не сможем раздавать им цветы, это первое. А во-вторых, просто раздать цветочный материал для того, чтобы его высадили и оставили около, ну скажем, какой-то клумбе, да, или кашпо, это ни к чему не приведет, цветы засохнут буквально через неделю, через две. Мы предлагаем несколько иной способ, мы разработали несколько типовых проектов оформления входных узлов, входных групп с помощью нашего муниципального предприятия «Горводзеленхоз». Кроме того, собственники могут обратиться в любую другую фирму, в любую другую организацию, которая занимается озеленением. Хочу очень, чтобы нас поддержали в этом отношении предприниматели, потому что в других городах, например, в Москве этот опыт используется уже давно, и ничего в этом плохого нет, если вход будет украшен цветами, и то же предприятие, которое находится в этом помещении, будет осуществлять уход за этими цветами.